Привет, представься. Здравствуйте. Павлик Алексей, капитан команды «Легион». Как игра, как настроение? Настроение отлично. Выиграли явного фаворита чемпионата. Команда ФШМ, прошлогодний чемпион. Очень рады, что сумели добыть такую трудную победу. Вот. Начинали в меньшинстве вообще ребята в связи с пробками в городе, чуть опоздали. Ну, а так, в целом, я игрой доволен. Сумели реализовать моменты и поймать уже в конце на контратаке и как бы закрепить свое преимущество. Поэтому всем своим ребятам спасибо. Молодцы, сражались на каждом участке поля. Ну и команде соперников очень тоже ребята сыгранные, мобильные. И все, до будущих побед. Спасибо.